собственно. Много хора има записани, които искат да работят. Много хора. Просто чакаме да видим какво ще стане с програмата, дали ще отца, за как да го взема сега, като тя свършва след една седмица, две седмици при мен. И всички чакат да разберат какво ще се получи, защото ако кажат, че програмата продължава, едните ще отидат по хотелите. У меня двое деток, одно и 5 лет, второе 11 месяцев. Мы не знаем, как будет дальше. Мы надеемся на правительство, что оно нам поможет. Нам ехать некуда. Мы бы вернулись, но некуда. Мы на пенсии все втроем. Я еще и инвалид. Нас на работу вряд ли, чтобы мы где-то смогли устроиться. У нас вся надежда только на страну, вот Болгарию, которая нас приняла. Мы очень благодарны за это. Конечно, куда же я без них денусь, если у меня давление 200-220 через день. Куда мне? Мама очень нервничает, переживает. Возвращаться нам некуда.